А знаете ли вы, что в греческой мифологии лабиринт – это дворец, из которого невозможно найти выход? Построен, по легенде, искусным мастером Дедалом на Крите по образцу аналогичного египетского дворца. Сейчас слово «лабиринт» используется для обозначения запутанной сети дорожек, ходов, помещений. В переносном смысле – сложное запутанное расположение, сочетание чего-либо.